Фотография женщины, которая, судя по всему, лежит на больничной койке, появилась в одном из городских сообществ в соцсети. В сопроводительном тексте говорится, что на днях она поступила в травматологическое отделение больницы, потеряла память. И тех, кто узнал ее, просят прийти в шестиэтажку. Мы обратились к врачам за комментарием. Тогда и выяснилось, что вся эта история обычный фейк. Неопознанных пациентов у них нет. Но неизвестным осталось то, кому понадобилось размещать в сети фото этой женщины.